Хотя Михаил Алексеевич этого прямо не говорил, но интегрироваться – это его идея, которую воплотил знаменитый клуб «Под интегралом». В клубе «Под интегралом» одним из главных постов, министра странных дел занимал Настин папа Герман Петрович. Ну, самого того клуба больше нет, но там, где он был, там сейчас проспект Лаврентьева. А сама идея интегрирования, она, конечно, жива. Она живет и развивается в новом клубе «Интеграл» на улице Терешковой. Его создали Игорь Сидоренко, сотоварищи. А хозяйкой стала Ася Бочарова. Вот мы тоже хотели эти имена сегодня назвать. Да, а самым научным его подразделением является научно-исследовательский институт культурного досуга Академгородка, сокращенно НИКУДА. Поскольку у нас в концерте принципиально нет рекламы, то ходить туда не обязательно. Можно просто посмотреть видео на экране. Выступает академик НИКУДА Руслан Великохатный. Вы сегодня видели его уже. И группа Зах Лапов. НИКУДА. Меня в досуге происходят год от года. На жену и телевизор уж давно пропала мода. Лучше взять жены подругу, привезти ее сюда, в источник культуры досуга с названием «Никуда». Берите и мужа подруги, здесь рады вам будут всегда. Ни туда, ни сюда, а лишь в никуда. Здесь научный поход к тебе придет. Только в никуда сверкнет твоя звезда. И культурный досуг тебя. Есть научные законы у культурного досуга. Каждый год мы изучаем, как влияют друг на друга музыкальные программы, пиво, юмор и еда. Их правильное сочетание искали бы в никуда. На главный вопрос мироздания мы гордо ответили «да». Да-да-да-да-да-да, у нас в никуда. Пережить можно зной и холода, если проф не застрял и на три дня пропал, значит, ищут тебя в никуда. Никуда, никуда ходить не нужно, да, если мы уже здесь, в никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам от взаимной любви. Никуда. Михайлов день поздравляет всех вас. Никуда. Да-д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 а